Приветствуем вас на мастер-классах культурного центра «Порт». Предлагаем вам сегодня изготовить декоративный настенный держатель для карандашей. Для работы нам понадобятся деревянные пяльцы, ножницы, натуральный жгутовый шнур, деревянные бусины, клеевый пистолет, другие декоративные элементы на ваше усмотрение. Самым важным материалом для изготовления настенного держателя для карандашей является отрезок ткани. В нашем случае это джинс. Первым этапом нашей работы мы изготовим основу для нашего держателя для карандашей. Разбираем деревянные пяльца, берем внутренний круг пялец, на него выкладываем ткань, ту, которую вы будете использовать. Это должно быть два отрезка ткани, которые накладываются один на другой, формируя карман. Сверху накладываем вторую часть деревянных пялец, плотно прижимаем. Подправляем. Фиксируем внешний круг. Переворачиваем наше изделие и отрезаем ненужную нам ткань. Основа для настенного держателя готова. Займемся декорированием нашего держателя. Для этого от натурального жгутового шнура отрезаем три отрезка длиной в метр. Все три отрезочка соединяем между собой с помощью узелка. Обрезаем лишнее. И плетем обыкновенную классическую косу в три сложения. Когда длина косы соответствует длине окружности пялец, фиксируем края капелькой горячего клея и обрезаем лишнее. Следующим этапом работы над нашим держателем будет фиксирование на нем бусинок. Выбираем любые деревянные бусины. И раскладываем их в том порядке, в котором хотим видеть на нашем держателе. Наносим на каждую бусину каплю клея и фиксируем.
Оставляем бусины, они нам пока не понадобятся. От нашего жгута отрезаем отрезок около 60 сантиметров длиной. Складываем его пополам. Наносим на край каплю клея и фиксируем его возле наших бусин. Затем вот таким вот образом будем выкладывать наш шнур. Для того, чтобы он держался, на некоторые места наносим каплю клея и фиксируем. Остатки неиспользованного шнура отрезаем. Берем приготовленную нами косичку, наносим на узелок каплю клея и фиксируем на стыке ткани и деревянной основы. Оставшийся лишним неиспользованный край отрезаем. Наносим дополнительную каплю клея и фиксируем. Дополнительно держатель для карандашей можно украсить любыми декоративными элементами, например, вот такими или вот такими. И даже вот такими. Как сделать такой декоративный элемент? Мы вам расскажем в одном из следующих мастер-классов. В таком деревянном настенном держателе можно хранить ручки, карандаши или кисточки. Всего вам доброго! Ждем вас на следующих мастер-классах культурного центра «Порт». До свидания!